Сегодня чебоксары встретили огонь Всемирной универсиады. В этой поистине масштабной эстафете чувашская столица, 22-й по счету город. Факелоносцы вышли на финишную прямую. Позади кругосветные путешествия и авиаперелеты. Впереди только поволжские города. Главный символ студенческих игр прибыл в республику ранним утром специальным поездом. На чебоксарских улицах ему рукоплескали сотни горожан, в том числе и Дмитрий Ковалев. Этот состав не отмечен на табло, но его расписание все равно известно миллионам. Вот на та самая капсула, к встрече которой Чувашия готовилась так долго. По железной дороге она начала путешествовать весной. Хранители огня уже на перроне встречают песнями и танцами под живую гармонь. Хорошо, что тепло, хорошо, что солнце светит. Для нас очень много значит погода. Когда солнышко факела светится, так скажем. Надеемся, что сегодня будет незабываемая яркая эстафета. Тем более авангардная группа нам передала, что у вас очень красивый маршрут. Стартовав в Сорбонне в прошлом году, огонь универсиады преодолел тысячи километров по воде, суше и воздуху. Теперь по городам России факел перевозят вот в таком фирменном вагоне. В Чебоксары он приехал из Мариэл. Эстафеты, подобные этой, организаторы универсиады не проводили никогда. Российский этап стартовал в январе. Первыми этот огонь принимали жители Владивостока. Факел проносит только по крупнейшим студенческим центрам. На его пути более 30 городов. Многие наши спортсмены неоднократно становились победителями и призеры универсиад и вносили всегда достойный вклад в победу сборных команд России. И все это, конечно же, стало основополагающим фактором того, что именно у нас сегодня этот символ универсиады. Старт огненной эстафете дают власти двух республик. Долгожданный момент. Капсула соприкасается с остальным тюльпаном. Такому факелу не страшны ни дождь, ни ветер. Но участникам пробега на всем пути светило солнце. На этой дистанции самые лучшие. Студентов, которые принесут по городу огненный факел, выбирали из тысячи. Кто-то добился успехов в учебе, кто-то в спорте. Но всех их сплотило одно – вера в победу. Чемпионат России был вот здесь недавно. Там недавно мастером спорта стала по спортивной ходьбе. 40 избранных финишировали на Красной площади и уже здесь оживили огромную огненную чашу. Послы универсиады передают в дар властям республики символические тюльпаны. Капсула отправляется дальше, в Ульяновск. В Казани она появится уже в день открытия Всемирных игр. И нам повезло не только побывать на сегодняшних праздничных мероприятиях, а вообще поучаствовать на этих спортивных состязаниях, поболеть за наших спортсменов, спортсменов-уроженцев Чувашской Республики, поболеть за сборную команду Российской Федерации. Мы, как граждане Российской Федерации, жители Российской Федерации, любим свою Россию. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика.